Марафон добрых дел продолжается. На елке желаний, установленной в Чувашском государственном театре оперы и балета, шаров становится все меньше. А вот число тех, чьи мечты исполнили взрослые, наоборот, растет. О таком подарке 9-летний Егор мечтал давно. В семье, где воспитывается 6 детей, одного компьютера, разумеется, мало. Теперь готовиться к олимпиадам юному математику будет проще. Я очень рад, что мне подарили компьютер. Я мечтал уже давно, когда мне еще было 7 лет. И это желание наконец-то сбылось. Я буду делать всякие презентации и буду помогать маме. Я теперь верю, что желания новогодние все время будут сбываться. Верить в новогоднее волшебство надо и взрослым, считает Егор. Счастливый обладатель нового ноутбука в долгу не остался. Вручил дарителям елку, которую смастерил своими руками. Роль главных зимних волшебников в этот раз на себя взяли руководители министерств и ведомств, представители общественных объединений и руководители местного самоуправления. С этой елки мы сняли звездочки, где написаны были желания детей из многодетных семей, детей-сирот, детей в сложной жизненной ситуации. И вот мы сейчас уже активно исполняем эти желания. К Новому году ребята получают игрушки, спортинвентарь, цифровую технику, музыкальные инструменты и многое другое. Так Валерия Жилеева занимается музыкой и очень мечтает освоить клавишные. Мы ходим в музыкальную школу второй год на вокал. И дополнительно хотим начать заниматься вот еще пианино. С детства она любит очень петь, сочиняет сама песенки. Очень сильно мечтала о синтезаторе уже года два. Вот прям пишет желание. Хочу научиться играть на синтезаторе. И вот мечта сбылась. Подарком для ребят стало и красочное представление «Царевна лягушка». Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошеин. Республика.